Здравствуйте, дорогие телезрители! Как всегда, в одно и то же время мы встречаемся с вами в нашем арт-клубе. Моими соведущими на сегодня будут София. Привет! И Амина. Привет! Итак, девочки, давайте сначала мы расскажем, какой материал сегодня нам пригодится для работы. Восковые мелки, карандаш, вода с кисточкой, маркер, акварель, ну и, конечно, что? Бумага и, правильно, ластик. Итак, сегодня мы будем с вами рисовать такого смешного зайца, который будет обнимать морковку. То есть основная часть у нас будет эта морковка, и дальше уже будем по очереди рисовать каждую деталь. Я думаю, что Нет, вот смотрите. И затем мы будем еще и вырезать. Итак, я сегодня буду рисовать маркером, чтобы было более четко, чтобы наши телезрители увидели каждую деталь. Что мы делаем? Располагаем листочек вот так. Вертикально мы уже расположили. Итак, теперь мы рисуем морковку. Рисуется она очень легко. Мы рисуем треугольник, только такой закругленный. Или даже, я бы сказала, это будет у нас... Вот такая толстая морковка должна быть. То есть это даже капелька перевернутая. Вот такой вот формы примерно должна быть наша морковка. Да. Нет, разогналась, Амина. Вот так делать нельзя. Надо сделать, смотри, внизу. Мы же должны еще потом и зайца нашего поместить. Вот. Продолжай. Вот. А София, наоборот, пожалела. Давай. Повыше. Вот, отлично. Да, вот, отлично. Теперь мы что делаем? Мы берем, делаем вот так. Вот. Ушко-мышки. Ушко-мышки. Стихами заговорил. Да. Дальше мы делаем одно ушко вот так, а другое вот так. А, поможет тебе. Да. Мотол бедный. Его надо потолще чуть-чуть сделать голову. Вот. А, ты это сама сделаешь, да? Так, раз, два. Вот, молодец. Теперь мы делаем с вами мордочку. Делаем и два зуба. Раз, два. Глазки, да. Да-да. Теперь мы делаем еще внутри глазки. Ну, у нас так смешно получается. И теперь мы делаем на морковке вот так вот. Так, одна лапка, вот тут другая лапка. Вот он обнимает нашу морковку. А кроме морковки что кушает еще зайцы? Капусту. Траву, да? Она еще кушает яблочки. Ты знала? Нет. А ты любишь яблочки? Значит, это тоже зайцы. Давай сюда. Теперь мы берем, полностью обводим сейчас наш рисунок маркером. Если у вас такие маркеры, как у нас, то сначала нужно обвести. Если у вас простые фломастеры на водной основе, то обводить их нужно будет только в самом конце, когда вы уже поработаете краской. Держи. Если вы сейчас обведете простым фломастером и сверху сделаете краску, то весь фломастер ваш потечет и не будет четкого контура. Ой, какой звук! Не дави, София, не нужно давить. Он плавно идет. А какого цвета бывают зайцы? Серый. Еще? Коричневый еще бывает. От чего зависит их цвет? Ну, в основном. Белый. Ну, вот белый от чего зависит? От что он цвет. Правильно, зимой они белые, а летом они серые или коричневые. Такие серовато-коричневые, я бы даже сказала. Так, пока девочки делают, сейчас я показываю следующее. Верно, потому что они прыгают, они же должны отталкиваться. Мы берем с вами мелок розового цвета, и
и вот этим вот мелком. И этим мелком мы должны сделать внутреннюю часть ушка и носик. Вот так. Поехали. Пока девочки работают с розовым мелком, я возьму желтый цвет. И мы делаем такие широкие полоски, можно неровные, на нашей морковке. Именно желтым. Ну, она такая у нас не однородного цвета будет, а примерно вот так. Сделала, ты же желтый. София, догоняемся. Ну, достаточно, София, какой-то. А вот здесь еще сделаем несколько. И теперь приступаем к работе с красками. Сначала должны сделать... Нет, я у себя сделаю, я для себя специально. Сначала мы возьмем чуть-чуть желтого цвета, именно акварелью. Добавим вот так несколько полосочек желтого. И после этого... Мамочка, можно я сейчас покажу? Возьмем... Да. После этого мы берем оранжевый и уже начинаем хорошенько прорабатывать... Да, оранжевым цветом. Можно заплатить? Да, у нас все равно получается, видишь, как? За линию выходить можно. Самое главное, чтобы мы лапки не испачкали нашего зайчика. Давай. Вот что получается. Да, чуть-чуть желтого. Молодец. Лапки аккуратно. Вот здесь. Чуть-чуть желтого. София, не спи, пожалуйста. Это не надо вставлять в передачу. Да. Чуть-чуть желтого, да. А теперь берем чуть-чуть. А, не страшно. Сделаем желтый. Все, теперь давай оранжевый добавляем, чтобы был такой переход достаточно. Вот здесь, все. Берем оранжевый. Угу. Амина, аккуратно, не заходим за ним. Какую? За линию выходить можно. В данном случае можно. Так. Ждем, когда высохнет, и мы ждем Софию. Такой интересный, да, смешной? А, на глазках, да. Все, теперь мы должны дождаться, когда морковка наша подсохнет, чтобы мы начали уже делать зайчика. Ой, прости. Поменяли местами. Пока у девочек сохнет, у меня уже подсохло, поэтому я сейчас покажу. Для того, чтобы мы добились серого цвета в акварели, берем черный цвет. Здесь на крышечке мы добавляем сюда водичку побольше. Чем больше воды, тем светлее будет цвет. И начинаем закрашивать таким серым цветом нашего зайка. У вас еще сохнет, поэтому подождите. Так, лапки тоже закрасим. Можно же вот это вот сделать, пока это сделать, как раз это подсохнет, потом начинать. Но у вас еще здесь даже наверху сырая краска, поэтому если вы сейчас чуть-чуть слегка заденете, за линию выйдете, у вас будет грязь. Так, ждем. Ну вот, Аминка может уже, давай. Сейчас я так размалю. Держи. Так, вот мой заяц. Давай пока намешаем сюда краску. Давай, можно ушки пока начать делать. Водичку добавляй. И с крышечки бери. Я напоминаю, что за линию выходить можно, потому что потом мы будем уже с вами его вырезать. И аккуратненько вот здесь. Вот. Угу. Аккуратно. Никто не сомневался. Так. А уже морду тоже можно? Морду можно. Только вот отсюда возьми свою краску. Угу. А вы вообще вживую видели зайцев? Я видела. Видели?
видела, а крапивы их? Я видела просто. А где видела? В лесу. Ты что, в лесу была? Да. И давай лапки назад. Еще нам осталось сделать такую небольшую деталь. Возьмем зеленый цвет. И вот здесь рядышком с нашим зайчиком вот так травку делаем. Да, на зайчика можно слегка только вот так залезть. Вот так. Поняла? Как будто свою морду, да, он там. Подожди, у тебя высохнет, София? Вот так, чуть-чуть и пошли. Вот, давай. Бери зеленый. Молодец. Бородатый заяц, да? Ну, заяц с местным колоритом. Ну вот, бородатый. Это очень быстро делается работа, да? Теперь сейчас мы дождемся, когда высохнет, я пока нарисую глазки. И затем буду еще рисовать ему усики. Подожди, у тебя еще не высохло, я еще не закончу. И мы еще должны сделать вот такие вот небольшие черточки на нашей морковке. Давай. Вот мой заяц получился таким. Глазки, все остальное. Давай. Добавим усики. Глазки. Усики у него растут, София, не из ушей, а от носика. Зачем ты ему зубы закрасила? А что, у него черные зубы, что ли? Да. Откуда? Возможно. Все, теперь я сейчас вырежу своего зайца, потом вырежу вашего зайца. Просто у вас его высохнет. Вырезанным, да. Мы сейчас его вырежем. Да, я помогу вам вырезать. Знаете какой-нибудь стих про зайчика? Как нет? Зайку бросила хозяйка. Такого не знаете? Под дождем остался зайка. А какие стихи вы знаете тогда хорошо? Простые, да, простые стихи. Хорошо, а еще? Так, мой заяц какой? Сейчас, теперь у тебя еще не высохло. Давай, я тебе помогу. Где трава? Вот сейчас я все быстренько сделаю. А вы пока давайте дальше. Давайте мы поиграем, пока я вырезаю, в слова. Ты знаешь, как играть в слова? Да. Знаешь, ты все сказала шар. А ты должна... На последнюю букву, на которую оканчивается, нужно назвать слово. Например, шар тебе на букву Р. Понятно? Так, поехали по цепочке. София, называй слово. Так, теремок. Тебе на К. Слово на К. Любое. Так, тебе на А. Мне на З. Заяц. Тебе на С. Молодец, тебе на К. Мне на Л, да? Лебедь. Тебе на Д. Ну да, лебедь.
пока мы играли слова, наши зайцы вырезаны, уже готовы. Давайте покажем, что получилось у нас. Вот такой зайчик получился у меня, и такие смешные зайчики получились у наших девочек. А какие же животные получились у вас, нам бы тоже хотелось увидеть. Присылайте свои работы на наш аккаунт в Инстаграм, который вы видите сейчас на своих экранах. Ну а мы с вами прощаемся и говорим, что вкусной морковки и пока!